Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нужны люди, их нет. Почему Черчесов крутой тренер? Потому что он из Кавказа. У него все решают все. А кто это придумал? Кто это сказал? Я спрашиваю у вас. Ну, Черчесов достойный тренер, это однозначно. Но его оборонительный футбол не очень мне нравится. А разве Черчесов крутой тренер? Да ладно. Что, правда? Он классно выглядит, у него крутые усы. Дело только в этом? Ну да, и харизматичный парень. Почему Черчесов крутой тренер? У вас вопросы какие-то непонятные. Идиотские, да, согласны? Плохая журналистика. А do you know Станислав Черчесов? I don't know. А Черчесова знаешь хотя бы? Кого? Черчесова. Нет. Дзюбу. Знаю, ну конечно. Откуда ты его знаешь? А там мемчик ходил, вроде прикольный. Какой мемчик? Почему Дзюба крутой чувак? Мне на самом деле просто пофиг. Дзюба просто пиарится в России, где ему легко платят бабки, и он может ставить условия свои, диктовать. I don't know. Почему Смолов нужен сборной? Да я не знаю, почему нам нужен Смолов. Он в принципе плохо играет, что и наш чемпионат, что и уезжал как бы в Европу. От него толка нет никакого. Ну как же так? Наверное, это уже что-то из разряда закайфовал. В Инстаграме упаду, как пиво пьет, но это не профессионализм. Почему ты не возбудился от двух голов Смолова, Реалу и Барсе? Раз в год и палка стреляет. Он тут стрельнул два раза. Хорошо, а почему Жирков еще не стал восьмым чудом света? Почему? Он стал уже. Даже губернатор Тамбовской области его вспоминает как лучшего воспитанника тамбовского футбола. Да он еще молодой, перспективно через пару лет его в Европу заберут. В Реале засветиться, отвечаю. А почему Жирков не стал восьмым чудом света? Вы знаете, не знаете? Жирков? Зажрался, наверное. Боже мой, почему все вопросы о тех людях, которых я не знаю, ко мне? Почему сборная не выйдет из группы на Евро? Потому что Аршавина нету. Там Джанаева нет, Шишуки некому жарить. Наш футбол не очень хорош. Почему? Я не знаю, я верю в Ливерпуль. Почему? Ну, потому что Ливерпуль круто играет. Ну, по-моему, видно, вы такой харизматичный ливерпулец. Да? Пятый из Битлз. Ну, я русский, кстати, да. No, never. Почему Россия не футбольная страна? Ну, куплено все. Купленный футболист, наверное. Причем здесь это? Ну, я не... А почему мы не футбольные? А кто футбольный? А, не знаю, мне кажется, просто у людей нет какого-то большого стимула играть. Я просто не очень понимаю в футболе. Не могу. Удачи. Спасибо. Сборная России вперед. Сборная России играет? Да ладно, во что? Я не разбираюсь в футболе. Я тут это, никак не это. Блин, Россия не футбольная страна на самом-то деле. Ну сколько, я какое-то интервью смотрел, сколько сертифицированных тренеров на количество людей? Немного. Сколько людей, которых отдают в школы? Ведь сборная, это же по сути выборка, когда у нас есть какое-то количество людей, ну условно говоря, 100 тысяч мальчиков, из которых у нас получается 1, 2, 3 футболиста. Примерно. У нас база очень небольшая. Ребят, вам еще домой возвращаться, а тут 150 миллионов живет. Как бы давайте, не оплошайте. Покажите то, что мы тоже можем играть в футбол. Надо тренироваться, ребятки. И пахать, а не просто получать бабки и катать мячик. Джек, на самом деле мне приятно с тобой познакомиться, у тебя клевая прическа, но мы сейчас заняты. Ага, то есть нормальная прическа – это критерий, то, что я нормальный мужик. Слушай, ты чертовски провокационен, это клево, да. Мы работаем, ага. Поэтому, сам понимаешь, будь добр. Красава. Нужно верить или нужно хейтить? Даже типа, ну когда чемпионат происходит, девочки, которые вообще не знают, все же все равно идут, такие, да, давай. Хотя ты бы... тоже? Конечно, я сидела, переживала, поймаю, хотя вообще не знаю, что это. Ну, зачем, не знаю, идти против своих же? В любом случае, как бы, команда представляет страну. И зачем кого-то просто так хейтить, если можно поддержать как-то? Ну, хотя бы не обзываться. Золотые слова, удачи!